Привет, с вами музей роботов-трансформеров, и сегодня у нас на обзоре модель Transformer Arcee из серии Transformer Prime First Edition. Модель выполнена в 2011 году в Deluxe классе. Это вот очень интересная модель, основа которой стала появление следующей модели этого персонажа в серии роботов под прикрытием и появление ряда моделей в серии Siege и Trilink 30, посвященный женским образом персонажей. Очень интересная модель. Давайте посмотрим white piping. Он присутствует, да. Если подсветить, глаза у нее светятся очень приятно синим цветом. Далее подвижность есть. Руки поворачиваются, вращаются, сгибаются. Что ты застрял? В комплекте идет с двумя клинками, которые одеваются на руки. Давайте их рассмотрим. Далее голова вращается, можно сказать, на все 360 градусов. Кисть может сгибаться. Нога вперед, нога назад, колено, очень хорошее колено, и ноги в стороны. Высокая степень подвижности данной модели. Хотя у нее есть нюансы именно в рамках трансформации. Давайте к ней приступим как раз сейчас. Делаем вот так. Эту часть поворачиваем сюда. Отгибаем. Прячем голову вовнутрь. И закрываем. Подготавливаем. Что такое? Что ты зацепился? Да. Это у нас будет кабина. Мы ее сейчас соберем. Да, вот все. Кабину собрали. Это собрали. Только надо чуть-чуть вниз опустить. Вот. Так вот. Затем руки. Надо нам их повернуть. Вот этой стороной сюда завернуть их вовнутрь и присоединить вот сюда. Кисть завернуть. Поворачиваем и прижимаем руки вот сюда. Вот эти части давайте вот так выведем. Да. Далее поворачиваем тело, поднимаем вот этот вот хвост и приступаем к ногам. Нам надо их открыть и выдвинуть в эту сторону. Закрываем подножку. А ногу с колесом поворачиваем. Ногу. Что-то заговариваться стал. Так, с этой стороны также. Закрываем сюда, выворачиваем сюда. Нам надо теперь соединить эти две части вместе. Если все сделать ровно, то колесо будет достаточно свободно вращаться. И теперь нам надо сложить ноги вот таким вот образом. Далее эта часть фиксирует всю конструкцию вместе и достаточно надежно и плотно. И вот получается наш спортивный, практически гоночный мотоцикл. Хотя, может быть, это вот так лучше оставить. Да, наверное, вот так. Хотя я могу ошибаться. Может, вот так. Кто считает, так правильнее делать у мотоцикла? Ну, хотя, наверное, так, потому что вот это является тормозной системой, и она обычно сверху идет. Так, есть подножка, и, в принципе, он может стоять на подножке. Если нет, то вот он даже ездит. Клинки можно присоединить вот сюда с
правой и с левой стороны, что увеличивает обводы мотоцикла. Такая вот модель, такая вот трансформер Арси в синем формате. Вообще, изначально во вселенной трансформеры Арси была розовым кабриолетом, таким автомобилем или автомобилем на воздушной или магнитной подушке. Но в фильмах Майкла Бэя, особенно во второй части, которая была показана в 2009 году, этого персонажа представили в образе синего мотоцикла. И тем самым он или она перекочевала в образе синего мотоцикла и в трансформеры Prime. Очень интересная история. И теперь можно сказать, что у Арси есть не только автомобильный тип трансформации, но и мотоцикл. Хорошо, трансформируем обратно. Снимаем клинки. Освобождаем вот этот элемент. Выводим ноги сюда. Разъединяем их. Так, надо найти где у нас. И разъединяем стороны. Сюда заворачиваем, выводим ступню и ставим на место. Здесь колесо фиксируется фиксатором и не вращается, создавая просто красивую форму ноги, необычную, с колесом. Заворачиваем хвост и поворачиваем тело вперед. Выводим руку из-под вот этого, под этой накладки, поворачиваем нужной стороной. С этой также поворачиваем. Затем поворачиваем колесо, отцепляем вот эти два элемента. Открываем кабину. Выводим сюда. Поворачиваем. Заворачиваем эту часть. Открываем плечи. Достаем голову Арси. Обратно соединяем все. Прижимаем голову сюда. И формируем ее грудную броню. Прячем колесо назад и накидываем сверху лобовое стекло мотоцикла. И вот Арси во всей своей красе представлена вам. Ставим клинки. И замечательная модель интересного трансформера перед вами. На этом, в принципе, все. Надеюсь, было интересно. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайки и ждем вас в музее. Всем до скорых встреч!